Здравствуйте! Сегодня буду делать очень легкий салатик для своих домочадцев. Для салатика я беру морковку по-корейски 150 грамм. Я пошинковала 3 палочки крабовые. Для салатика беру 2 огурца соленых и салат, листья салата. Также для пикантности вкуса салата я пошинкую мелко 3 зубчика чеснока. Я морковку по-корейски отправила к палочкам крабовым в тарелку. Вот так вот я нарезала огурчики соленые. Сейчас тоже отправлю в тарелку к нашим ингредиентам нарезанным. Вот я порезала листья салата. Сейчас тоже отправлю их в нашу миску. Вот я мелко пошинковала чеснок, сейчас тоже отправляю в миску ко всем ингредиентам, которые я порезала для нашего салата. Сейчас я в салат добавлю черный тмин и специи для мяса. Да-да-да, специи для мяса. Тут просто очень хорошие ингредиенты входят в эту специю. Вы можете добавить любые другие специи, которые вам нравятся или которые у вас есть в наличии. Немножко щепотку семян тмина, щепотку специй для мяса.